Вижу, типа на лабе. На лабе. Что-то он сидит. Сейчас, если встанет, я убью. Минус проспектер. Справа. У меня нет хп. Я отхожу. Запенил одного. Я понял. У меня лаги. Я грена накидал, хилюсь. Я не могу похилиться. Ты один. Убил, 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 убил. Да, это еще один, вижу. Попал одного, убил. Там их двое. Убил. Ага, еще один. Попал. Попал. Идешь? Я внизу, в центре. Нет, не здесь он упал. А? Там, где я стрелял. У тебя на болото ушли, они сейчас вот на шаттл вызывают. Боже, блять. Стреляли. Мне залагала игра. Я умер нахуй, у меня игра зависла. Да-да-да. Я понял. Просто болт выебал, синенький. Просто, блять, ебучий болт. Тихо-тихо. Я предвидел это. Это же, это конец! Вот это тильт, нахуй. Лимончик замолчал. Какое оружие было, Лимончик? Бегут. Да-да. Фиол один убил. Хорош. Второго нахотал сильно? Убил второго. Хорош. Третий остался. Нет, убил. Третий где-то снизу под буром должен сидеть, аккуратно. Ладно, я в бороду. Ой, я чуть не умер. Сверху, живи, сверху. На самом верху? Да, да. Надо мной, походу. Да. Дал ему. Давай. Он упал? Он разбился. Хорош, он разбился. Я у одного экзоткаску перехватил. Он с кинетиком был. Блин, забрать вам? Я забрал. Что? Хорошо. Что? Чего? Еще один кинетик взял. Серьезно? Да. Зачем? Ты, получается, всех запенил. Получается так. Чё-то их не вижу, они походу в кустах 210 сидят. 210 с воды. Тип, слышал прыжок. Да, под нами на 105. Вижу одного. Это я стреляю. Не попал по нему. Он ушел за забор. Еще один кинетик, еще один брут. Бать, вы что издеваетесь, типы? К нам бегут. С 300 к нам бегут. Уже близко. О, сваливайте. Убил одного фиола. Хорош. Еще раз градус скажи. 300. Был под камнем, которого я убил. Второй, скорее всего, там же перезаряжался. Двое, что ли, пушат. Бля, с префа. Что? Да, это называется «Лёва никуда не ушел». Тоже Лёва умер? Да, там с превоча залетело. Вио, бульдог. Бери бульдог. Или давай махнем себе бульдог, у меня Патрик есть. Давай. Там типа бегут. Внизу в баре. Судя по звукам. Можем в прыжках задушить. Погнали, попробуем. Уже выбежал один. Убил одного. Убил второго. Саня, тут фулл сеты синие. Бери хаммер, одевайся во второй сет. Видел, справа молния ударила.
появляется. А, вижу в корабле, походу. Вижу кучу трупов. Вижу, чел выпрыгнул. Я ему дал синька. Двое передал. Ага. Одного убил. Фиолка, да, по башке. У меня фонарика нет. Убил. Ага, рож. Лутай этого, я затем пошел. Два понимает, да, один. Да, вам два шота. Добью его, наверное. И тут двое. Помогаю, спускаюсь. Одного убил? Второго убил. Нам третьего убил. Домой. Убил. Хорошо. Но это не скоро. Еще один есть. С адвоката. Я умер. Да, типы, слышу. Ребят, тактика та же. Я кидаю два яда и расстреливаем их. Хорошие позиции заняли. Желательно, чтобы укрытие было рядом. Они уже рядом. Подходят к дырке. Готовьтесь. Скажите, как прыгнет. А то я не увижу, наверное. Ну или сразу стреляйте, я по стрельбе определю. Они светят? Угу. Пытаются увидеть что-нибудь. Вы оружие меняете, да? Нет. Или прицел нажимаете несколько раз. Нет. Они это все услышали. Тоже план готовят. Выпрыгнул. Синька. Мимо. Он мне сейчас что-то там съест. Я умер. Мне показали, меня убили. Да. Один умер. Вдвоем. Второй умер. Третий умер. Ребята, я не знаю, что делать с этим добром теперь. Ты живой? Я всех убил. Блин. Жестко. Можем попробовать в ту же катку зайти, я же гостил. Третьего ищите быстро. Заходите в другой сквад. Ищите третьего. Ну. Это жестко. Но я дальше не пойду, надо сейвить. Все, что есть. Да, открыто. Может, крушил? Прыгать лучше здесь, по корню. Безопасно. Тут справа, да? Не, слева, слева. А, вот там? Обратно поднимаетесь, да? Типов, слушай, передо мной, на Н. Где, может, мы сверху будем стрелять? Да-да, давайте. Одетые. Бегут налево на подъем. Крушили. Мистер Андерсон. На 285. Вот она, смерть. Вот она. Пробежали. Они пробежали. Это нормальные типы, значит, не софтеры. Чё, а ты, может, их спину подожмешь, а мы их сверху будем встречать? Ну как хотите. Хотите, ребят? Давайте. Постреляемся. Ёпчет. Если они прыгнут в данж, можете не стрелять. Прочекать, если они в данж побегут, мы их встретим на выходе. С данжа. Бегут. В данж бегут? Не-не, тихо-тихо-тихо. Бегут. Да, внизу где-то под данжем. Ага, пропускайте их, не стреляйте. Просто чекните, прыгнут они в дырку или нет. В трое, дырку. Трое спрыгнули. В дырку, да? Трое спрыгнули. Ага. Здесь вот вдоль кустиков прыгаем. Вот вниз. Я в кустиках аккуратно ходил, поэтому. Только. Да, без шифта здесь прыгайте. Вам предлагаю сесть внизу перекрестным. Я сверху постреляю, потому что я с хаймером. У вас же зажимные, да, пушки? Да, адвокат и чотером. Кор. Кор, отлично. Перекрестным сядьте как-нибудь слева-справа. Один может на левый камень сесть, вот этот большой. Видишь, на 195. Сборка может на него сесть. Да, да, вот на этот. Короче. Как только буду спускаться прыгать, я закидаю их ядом. А вы их нашмаляете, они будут из яда выбегать. И не шумите до того момента, пока они не пришли. Не переключайте прицелы, топайте и травой не шелестите. Кемперить плохо. На войне все способы хороши. Ну, мы же так не делаем всегда. Мы иногда, когда представляется шанс.
Если вообще мы типов захантили, поэтому это жертва просто. Я мы сам... же их выследили. Я сам не кемпер. Я в засаде. Кемпинг, если мы тут тупо посидели и ждали рандомных челов. А там наши гости. Люди спамят видосиками, чтобы я не услышал, когда типы будут подходить. Пытаются их спасти. О, топают. Уже близко. Готовьтесь. Зажмите прицел заранее. Я уже сажат. Угу. Я на ядовитой гранате. А, Рома, ты увидишь, как спрыгнут? У тебя хороший обзор? Да. Ударку? Да. Сразу говори. Или я по стрельбе выясню. Как только увидишь его, сразу стреляй, я кину. Спрыгнул. Налево бежит, экзор. Хорош. Они двое не спрыгнуло. Подожди, еще один яд. Они кинули дымы, я кинул яд. Они не спрыгнут. Не-не, там яд. Фиол, ход цель, три хита. О, я дал. Убили. Убил фиол. Убил хил. Я тоже фиол убил. Я тоже фиол убил. Значит, вы их убили. Внутри. Правильно? Три трупа. Ну, я убил. Надо по каскам смотреть, да? Да, вот. Три трупа. Я забрал каску одну красную и камер забрал. О, ё-моё, фил сумка. Они, представляете, с аптечками большими ходят. Хорошие, ребят. Хорошая работа. О, я так не подберу каску. О, нашёл. Спасибо. Другое что-то. О, кто-то высадился, это они же, наверное. Надо быстро лутать и вылететь отсюда. Какие же мы сучки. Осуждаю наш момент. Так делать плохо.